Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет на обзоре новый цимбидиум. Я купил себе новый цимбидиум. Вот так вот он выглядит. Он еще запакованный, я его еще не распаковывал специально для вас, чтобы он был на обзоре просто идеален. Вот сегодня мы посмотрим его вблизи, его цветы, как он называется. Также мы посмотрим его сорт и рассмотрим его, в принципе, корневую, если получится у нас. Мне надоели уже фаленопсисы, потому что их активно жрут мухи. На такой вот период времени зимы вот, вот этих всех обстоятельств я с ними попрощаюсь, потому что очень много с ними проблем, очень много уходит на них денег и времени. Постоянно на них сидят эти трипсы и едят мои фаленопсисы. А цимбидиумы, они такие не подвержены этим трипсам. В принципе, очень хорошие орхидеи. Сейчас я вам покажу всю свою коллекцию, которую я собрал до. Вот такая вот первая у меня такой цимбидиум. Я его пересаживал в такой горшок. Он тоже очень прикольный, очень подрезал, потому что он был уже еще такой подсохший. Это один из тех, которые я купил в Швейцарии и привез с собой в Польшу. Дальше, следующий. Это вот такой вот. Цимбидиум. Тоже, по идее, я его покупал в Швейцарии и со Швейцарии привез в Польшу. Как вы можете заметить, он такой постриженный уже, потому что когда я ехал в машине, у меня есть видеоролик на моем канале, что когда я ехал в машине, он у меня подгорел. Он остался в машине, у него сгорели листья, но не все вы можете заметить, а только их часть. Но поскольку это такое живучее растение, и оно не подвергается практически никаким насекомым, то я думаю, что ими лучше мне будет увлечься, чем теми же фаленопсисами. Сейчас я вам еще покажу третий цимбидиум, который я купил уже здесь, в Польше. Это вот такой вот цимбидиум. Сейчас, просто палки, он такой довольно высокий. Вот такой вот цимбидиум. Он уже отцвел, вот у него остался один цветок, вот этот. Это из ароматных цимбидиумов. И обратите внимание, какие они все разные. Вот у этого цимбидиума у него такие маленькие бульбы, а у этого, который мы сегодня новый распакуем, у него большие бульбы. Итак, давайте распакуем вот такой вот красивенный цимбидиум. Мне очень уже интересно посмотреть и понюхать его цветы. Я снимаю уже эту накидочку. О, как новый iPhone. Ну что ж, начнем мы, друзья, скорее всего, с цветов, потому что они меня больше всего привлекли. Мы возьмем самые свежие, чтобы понюхать, чтобы они точно узнали их запах. У него цветок пахнет травой такой. Травяной очень запах, то есть это можем сказать, что это даже не запах, это просто запах самих листиков. То есть можно сказать, что у него нету запаха, потому что когда проявляется запах, то он идет какой-то вот фруктовый такой или прям меда такой, ну, сладкий запах. Скорее всего, у цимбидиумов, у которых большие цветы, они не ароматные. Вот мы можем это наглядно видеть, то что у него очень большие цветы, они не ароматные. А у цимбидиумов, которые более маленькие цветы, и сам он будет поменьше, бульбами и всем этим листочками, то у него будут ароматные цветы. Я не знаю, как это работает, но, возможно, выделяется больше какой-то жидкости, и аромат проявляется. Как видите, у него свежая ветка, которая скоро раскроется. Вот она у него тут. Мы посчитаем сейчас, сколько цветов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять цветов. И здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять цветов. То есть суммарно 19 цветов. Это на самом деле очень большое количество, потому что оно будет выглядеть очень красиво. У меня такого цимбидиума в коллекции еще не было. Это мой первый такой цимбидиум. Вот такая вот марка этого цимбидиума. Тут на развороте написано то, что когда были короли, то есть королевы, все вот это было, то
Они выращивали такие цимбидиумы у себя в комнатах, на улицах, везде такие орхидеи у них были. То есть это королевский цветок. Так что если вы себе покупаете такой цветок, знаете, вы короли. Если вы хотите себе тоже дворец, такой, чтобы он у вас был, садите себе такие орхидеи на балкон, и у вас будет свой дворец. Потому что цимбидиумы — это такие орхидеи, которые любят прохладную зимушку, то есть холодное время поры, и постоянно их нужно держать на балконе. Зимовать они должны на лоджии, либо на балконе, там, где им будет довольно хорошая температура, но они мне зимуют вот здесь, на подоконнике. У меня здесь батарея просто выключена, им здесь будет очень комфортно. Эти орхидеи очень сильно не любят жару, и они не будут цвести, не будут развиваться и, возможно, даже засохнут. Так что находите им очень хорошее место, такое холодолюбивое для них. Итак, вот такие вот бульбы. У него очень большие бульбы. Корневую систему мы уже посмотрим чуть попозже, потому что я его сейчас не собираюсь пересаживать. А если я его сейчас буду вытягивать, я его могу спугнуть, его цветы, и они могут спасть. И плюсом я еще застрою здесь стол. Все свои цимбидиумы я уже пересажу в конце зимы, и они весной уже будут себя хорошо очень чувствовать в новых горшках. У меня, в принципе, вот мои старые цимбидиумы пересажены, осталось только пересадить вот этот, и он будет себя очень хорошо чувствовать. Осталось пересадить только 2 цимбидиума, я их посажу на балкон в начале весны или уже в конце весны, я посмотрю. Они у меня будут жить на балконе, я буду надеяться, что они у меня зацветут повторно, я буду их удобрять, пытаться, чтобы они зацвели еще раз. Это очень хороший такой процесс, когда ты смотришь на цветы, тебе появляется настроение. Этим орхидеям очень сильно нужен перепад температур, без него они просто не могут жить. Например, днем должно быть тепло, а ночью холодно. И тогда вот орхидея будет полностью себя очень хорошо чувствовать. Но это для тех, кто не знал, потому что я практически в каждом ролике про цимбидиумы рассказываю, что нужен перепад температур. Ботва, конечно, у этого цимбидиума просто бомбезная, потому что, посмотрите, просто очень огромные листья, где-то, ну, может быть, метр. Это был новый завоз в цветочном, я себе купил вот такой вот цимбидиум. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока!